разбираться с нашими репозиториями, скачаем репозиторий из GitHub, положим, скачаем его на нашу виртуальную машину, затем зальем его на GitLab. Но перед этим, конечно, создадим SSH-ключи, чтобы подключаться к нашему GitLab по SSH, а не по HTTPS с логином и паролем. Если вы не делали тестовый фреймворк, не проходили курс повествования по автоматизации тестирования, то можете спокойно, я приложу ссылку в описании на GitHub, там вы просто скачаете проект и будете с ним проводить все там манипуляции, разные настройки, вне зависимости от того, писали ли вы, умеете ли вы писать на Python, там, тестировать что-то и так далее, или не умеете. Это абсолютно не важно. Мы здесь выполняем как бы DevOps задачи. Значит, вот таким образом выглядит у меня GitHub репозиторий, и нам нужно его скачать. Чтобы нам его скачать, ну, во-первых, мы поднимаем, заходим в нашу виртуальную машину. Нам нужно использовать, то есть здесь мы выбираем HTTPS и скачиваем. Я предлагаю все это делать у нас в нашей папочке Shared Folder расшаренный, чтобы при, ну, чтобы у нас была возможность вносить какие-то изменения вручную, например, не через консоль, поскольку у нас, ну, есть такая возможность, почему бы и не воспользоваться. Итак, значит, мы пишем git clone, а давайте вообще проверим, есть ли у нас git на нашей системе. Пишем git, а git не существует. Ну что ж, тогда мы помним, что мы зашли под админа, то есть под администратором, и давайте установим git. Так, скачали. Теперь, значит, делаем git clone. Вроде все готово. Давайте попробуем склонировать. Так. Все, у нас склонировано все. Давайте перейдем. Посмотрим. Здесь у нас все есть. Все то, что нам необходимо. Нам нужно склонировать репозиторий GitLab для того, чтобы потом туда положить наш проект Automation QA курс, и чтобы потом его запушить обратно. Но для этого, для того, чтобы удобно это все делать, нам нужно создать SSH-ключи. Поэтому для того, чтобы их создать, мы пишем SSH, и вот я не помню команду, ну что-то там с gen, что-то там. Ну и нажимаем Tab, пишем, смотрим. SSH add, agent, copy ID, keygen. Как раз нам нужен keygen. Давайте проверим, есть у нас SSH. Папочки нет, точки SSH. Поэтому, конечно же, мы создаем keygen. Далее выбираем тип, как у нас будет кодировки RSA. RSA. Какое там количество, значит, размеров выберет, пусть самостоятельно, это не так не принципиально важно для меня. Вот, и по-моему все. Да, то есть здесь мы запрашиваем, нас спрашивает, значит, сгенерирован публичный приватный ключ RSA, пара ключей, куда сохранить, можно указать, куда сохранить ключи, ну и название. Соответственно, то, что в скобках, это по дефолту, и в данном случае меня это устраивает. Значит, директория создана, все создано. Можно создать еще passphrase для того, чтобы еще больше обезопасить ключ. Но так как у нас все тестовое, это тоже можно пропустить. Все, у нас таким образом создан ключ. И теперь что нам необходимо? Ну, давайте проверим, что у нас он создан. Да, вот у нас, значит, есть ID RSA, ID RSA pub. И нам нужен ID RSA pub. Теперь мы заходим на наш проект в GitLab, и нам нужно открыть наши настройки и SSH-ключи. И сюда нам нужно добавить наш публичный ключ, для того, чтобы мы могли взаимодействовать с Git без ввода паролей и логина. То есть мы просто пушим, там, клонируем, коммитим, делаем какие-то изменения, и GitLab
и наши виртуальные машины знают друг о друге, словно мы там живем на одной лестничной клетке, в одной квартире, и вот обменялись ключами. Для этого что мы делаем? Тут вместо того, чтобы копировать ключи сам, собственно, с виртуальной машины, можно сделать попроще. Нам вот нужно именно публичный, то есть приватный, он как есть, вот тут здесь вот без точки, без всего, мы его не трогаем, можно сказать, про него забываем. Он у нас лежит и хорошо. Его не открываем, там никому не показываем, не скидываем и так далее. Все, что с пап, это, в принципе, можно показывать и присылать. И давайте сделаем CP, это, то есть мы скопируем наш необходимый нам файл. Вот я предлагаю его скопировать в наш shared folder для того, чтобы удобно его добавить уже в GitLab. То есть сначала мы пишем, что мы копируем, а потом указываем, куда мы копируем. Ну, вот таким образом мы скопировали. Давайте проверим. Вот у нас ключ. Копируем его, вставляем. Так, ну, вроде все нормально. Так, ну вот у меня два ключа. Как бы все хорошо. И теперь нам нужно склонировать этот репозиторий, но будем клонировать его через SSH. То есть через вот такой вот адрес. Но также в папочку shared folder. Вот у меня тут написано, что первое подключение, типа аутентификация хоста, и оно как бы не established, то есть оно первый раз новое подключение, и ну и указано, типа мы продолжаем или не продолжаем подключение. Мы продолжаем. Тут у нас все проверилось, как видите, что здесь, значит, добавлено все в список известных хостов gitlab.com. И смотрим, что у нас есть. У нас есть Automation курс и DevOps Sandbox тоже есть. Так, давайте удалим паблик отсюда и удалим тест. Вот, чтобы у нас было почище. Так, все, у нас здесь все готово. Теперь нам необходимо взять отсюда я из DevOps Sandbox я удалю readme файл, все что содержится в Automation QA курс я полностью перенесу в мой репозиторий без отдельной папки там Automation QA курс. Почему? Потому что у нас как бы наш проект это и есть тест, ну это и есть тесты, вот этот фреймворк автоматизации. Но плюс там еще будут сверху, там еще будет файл с CI/CD, то есть это не какой-то отдельный проект, и я к нему там что-то, это как бы этот проект и есть, поэтому нет смысла изолировать это в одной директории Automation курс, то есть ее то копировать, а есть смысл полностью все эти файлы как бы, ну, добавить в DevOps Sandbox полностью, то есть не одной папкой. Ну вот, все мы скопировали. И теперь посмотрим, зайдем в DevOps Sandbox и посмотрим внутри git status, что мы видим, что мы у нас, значит, здесь указано, что изменен файл readme, но в данном случае мы его удалили. И также не untracked. Короче, все вот эти файлы добавлены, но они не учитываются гитом. И для того, чтобы они все учитывались, мы добавим git add. Ну, наверное, все добавим. Ну вот мы смотрим, мы добавили, все зелененьким подсветилось. Это все наши изменения. То есть мы добавили то, что readme изменился, и все остальное это вот эти вот новые файлы. Теперь смотрим, что дальше мы делаем git commit. Нам нужно закоммитить и будем коммитить и пушить в данном случае сразу в мастер-ветку, ветку main. Git commit m, ну, допустим, как-то так. И теперь мне git говорит, так как я тут первый раз, он подал, пожалуйста, скажите, кто вы такой. И нам нужно изменить глобальный конфиг, указать вот эти параметры для того, чтобы наши коммиты подписывались кем-то, ну то есть нами, кто мы такие. И повторно все, вот мы, значит,
закоммитили, все хорошо, смотрим, у нас ничего нет, то есть все у нас закоммичено. И дальше делаем git push origin, то есть мы говорим куда, в какой репозиторий и в какую ветку. И мы говорим, что git запуш в репозитории GitLab, ну, который мы добавляли по SSH, в ветку мы все запушилось. И теперь посмотрим, обновляем здесь страничку. И у нас здесь все добавлено. То есть вот, все у нас здесь есть, и readme, и так далее, и тому подобное. Дальше мы будем устанавливать Docker, устанавливать GitLab Runner, работать с Selenium, немножко изменим сам фреймворк и так далее и тому подобное. То есть можно уже сказать, все, процесс пошел. Поэтому приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.